В городе началась вакцинация детей препаратом Pfizer. Родители, которые дали разрешение на вакцинацию, сегодня пришли в 49-ю школу, чтобы поддержать своих детей. Всего в городе привито около 50 детей. В 49-й школе прошла вакцинация подростков 12 и 17 лет препаратом Pfizer. Напомним, родители перед введением прививки подросткам должны подписать информированное согласие. Присутствовать при самой вакцинации они могут по желанию. Также, по словам врача общей практики Агирке Рахимгазиевой, нежелательных реакций после получения вакцины Pfizer у детей не наблюдалось. Вакцина Pfizer, она американского производства, она у нас квалифицирована, она прошла испытания, получается, и которые все испытания соответствуют критериям ВОЗ, которые допускаются для детей от 12 лет до 17 лет включительно, и для беременных от 16 недель до 37 недель беременности. Все доказательные базы имеются, все сертификаты, которые должны быть у вакцинации, у нас на данный момент в Республике Казахстан есть, она на данный момент имеет временную регистрацию. После осмотра врача дети получают допуск к вакцинации и идут в прививочный кабинет. Далее отправляются в кабинет ожидания, где врачи в течение 30 минут наблюдают за самочувствием ребенка. Отметим, на данный момент вакцинацию ставят детям, не имеющим хронических заболеваний. Мне поставили вакцину с разрешением родителей и меня. Сейчас мое самочувствие очень хорошее. Сначала немного было страшно, но сейчас уже все хорошо. Я, как мать, дала согласие на вакцинацию своего ребенка, потому что здоровье нашей семьи в наших руках, говорит родительница. Сейчас здоровье, конечно, должно быть на первом месте. И вот как мама я тоже думаю, почему? Потому что прививки мы все получали с детства, мы знаем. Любая прививка все равно она предотвращает какую-то все равно болезнь. И здоровый образ жизни он нужен быть. И в первую очередь здоровье думать нужно. О будущем, а будущее – это наши дети. Второй этап вакцинации будет проводиться через 21-28 дней в обязательном порядке после осмотра врача общей практики или же врача-педиатра. Талшын Шакыртхан, Аджимби Сингазенов, телеканал «Семей».